Вот, деда благословил меня на затопку бани. Ну все, ступай с Богом, да, топить? Да. Все, вот ландшафтный дизайн. Друзья, скоро это место не узнаете. У него грандиозные планы. А он пацаны мне на помощь идут. Поэтому я не один. Вот она, пристань с тарзанкой. Как распаримся, будем нырять. Вот, и мы не одни. Тут туристы. Тут и местные. Тут жизнь кипит, это Абхазия. Значит, что предлагаешь? Братан, короче, нам надо ножовку, чтобы распилить из трава и сходить в баню. Ну это очевидно, да. Так как Игорёха не взял ножовку, то мы не будем сейчас все косяки на него вешать, если он не взял. Да. Мы сейчас играем камень, ножницы, бумага, и проигравший человек бежит за ножовкой. Я это я все по чесноку. Я не умею. Да ты умеешь, ты не играл. Давай, Игорёк. А ты тренировался, я знаю. До трех побед, до трех побед. Игорёха говорит, неподготовленный, сноровка нужна. Да зачем? Ну, Игорёк, ты баню хочешь? Не сразу давай снимать сниму, начал. Тут такие приколюки были. Ну блин, братан, давай сыграем. Так интересно. А что, я не знаю. Давай сыграем. Давайте я буду костровой, я буду топить, хорошо? Браски. Давай. Море. Раз, два, три. Раз, два. Андрюха проиграл. Андрюха проиграл. Два, три. Раз, два. Игорян проиграл. Игорян проиграл. Решающий. Три. Раз. Раз, два, три. Да! Беги, Форест! Тебе 10 минут. Здорово. Друзья, вот Игорь пошел за ножовкой. Вот оно прекрасное Черное море. Вот он Андрей. Вот она баня. Вот, и мы ее готовим. И через час она будет готова. Время сейчас не знаю, во сколько. Когда прилетит сообщение, значит, через час приходите. Вот она банька. Вот. Как найти? Ведете как на источнике и сворачиваете после пятиэтажной стройки. Вон она. Вон там стройка. Сразу после нее, ну не сразу, там еще метров 50 и сворот налево к морю. Все, всем удачи, давайте. Возьмите венечко с собой, эвкалиптов. Ну и там что, водички попить, там что, кому надо, полотенце. Вот, и берег у нас усеян, в общем, бутылками, пачками, всяческим мусором. Химическим, который загрязняет окружающую среду, Черное море. В общем, я нашел такой большой здоровый мешок. Вот два входа, два выхода. Сейчас один завязываю и проведем экологическую такую миссию, такой челлендж. Баню почему бы нет, как раз распаренные там. Да и тепло на улице сегодня, мне жарко на самом деле. Будем собирать мусор, чистить природу, я думаю, это здорово. Все друзья, кто отдыхает где-то на море, где-то на пляже, где-то неважно где, собирайте, уносите за собой мусор, даже если нет урн, если ну, не оборудовано, потому что ну, заповедные части России, мира в общем, в целом, ну, надо сохранять их. Кто если не мы все закидаем, и что потом будет? Так, посмотрите, красивое море, а так, ну что это, параша, очередная параша, помойка. Зачем это делать? Всем мира добра. Ну, конечно, желающих, кто не желает, ну, того мы убивать не будем, там, привязывать к дереву, там, и оставлять на ночь, вот. И в море специально тоже не будем скидывать. Море сами зайдете покупать. Маше привет передайте, скажите, если Сухум поедет, пусть двери посмотрит. Черное море, так кайфово. Вау, кто бы мог подумать, начало года. Ветер такой классный. Сейчас быстро скорее разденусь, буду загорать. Вообще, о, ветер, о. Так классно. Че, пойдем за пресной водой сейчас, у нас миссия. Да, пацаны. Баня готова. Друзья, новый квест. Пройти по вот этому дереву. Сначала через помойку. Проскочить туда. Остаться в живых. И найти источник воды. Босиком. Оп. Крыжовник. Так, главное, чтобы не скользко было. Все вопросы решаются по мере поступления, и мы проходим. Друзья, ну вот передо мной новый квест. Где-то там он источник воды. И все, она здесь в мусоре, и никуда не выходит. Вот тут. Вот она и пила-то наша, блядь, сейчас запилим кого-нибудь. Ты ее долго искал, нет?
Я что-то, блядь, прилег чуть-чуть, потом, блядь, пошел вот там, разбудил деда, блядь. А кто вот так прямо пойдет увидеть труба. С этой стороны трубу увидит там вода. Вода чистая вода. Труба. Обрыв, да. Родник волной зацепило. Родник шел у меня, но волной зацепило. В прошлом году я трактор принес, вот вытащил. Давай, что залазить уже мыться? Да, набери воды. Не пройдет палочкой, возьмите, расчистите. Да может без воды обойдемся. Как в бане без воды? Это сильно, братан. Вот это ты вообще ноги. Как ты так это сделал? Вообще красавчик, бля. Убейте этого пирата. Это в эвкалиптовой бане вот такое исполнить. Просто не каждый способен. Так ноги классно пропаривают. Лимфа разгоняется. Вот так. Вы что там сидите в этой бане? Нужно на голове стоять. Скажи, братан, как ты... Как ты, ну... Дошел до такого уровня. К уровню продолжения такого. Я перешел на хождение босиком. Вот. По земле. Как дед, нормально как тебе дед вообще? Владимир завещал, теперь мне вообще нормально все. Рекомендую тоже. Как босиком. Ты будешь с дедом мутить совместные коллаборации, там, видео, бля, чтобы, ну... Сейчас надо мной наставничество, я все делаю. Ты должен, ты этого Гришу, ну, ты смотри, ты возьми его, блядь, продюсером, стань у деда, а не Гриша, давай это, право. Я думаю, ты лучше его продвинешь, подпиши с ним эксклюзивный контракт. Все, почти готово, первый раз попарились. О, сейчас приготовимся. Мы уже остыли, надо еще раз заходить в баню. Что, поплывешь с нами? Я хрен его знает. Юный покоритель Черного моря. Вон спасательный жилет тогда одевай. Каску пристегивайся и мы поплыли. Да, давай раздевайся в баню и полетели с нами. Друзья, и только смелым покоряются моря. Вот нас осталось двое в лодке. Солнце еще светит. Вон она пристань с тарзанкой. Вот сейчас будем нырять. Вообще нормально, два узла идем точно. Вот стройка. Если смогу ссылочку прикрепить, прикреплю на ролик обзорки на нее. Там, короче, ни одной лестницы нету. Вот. Там вот посередине шахта лифтовая, где должен быть лестничный марш, его нету и все. Никак не подняться. Друзья, вот модель еще одного бизнеса. Можно выходить сетями в море. Одна сеть стоит 450, чтобы ну, раз выйти, надо сети 6 купить. Вот, и сразу ну, по 500 рублей скинуться, и это оправдает сразу рыбой, потому что уже вытащишь по килограмм 20. Вот, как говорит местный. Шоковое видео, Макс идет к успеху. Сейчас мы выглядим нахуй. Сейчас нас вынесет. Да что хотел сказать, что это... Да, говори, скажи, что ты хотел, последние твои слова перед, блядь, приземлением. Приземление на эту планету. Да. Краю... Что ты ожидаешь от этой планеты, блядь, от новой? Когда мы шли по берегу, нам сказали, что мы по нашей территории ходим. А сейчас нам не придраться, потому что мы на воде. Почти пираты. Да. Макс, вообще, посмотри. Какие, блядь, мышцы, посмотри, братан, просто лодку, как кораблик вообще, туда-сюда ее. Это состояние до занятий, до физических, готово. Иди, да, ты... Сегодня, по идее, 2 часа шпагата, но я еще не делал, я обязательно сделаю. Сейчас вот на веслах.
Банька тарзанка. Два часа шпагата, это сильно. Это сильно. Завтра тоже начинаем бомбить. Бег, зарядка, шпагат. Прикольный, да? Вообще, подъем в 7 утра, на, пока свет есть, работа. Две тренировки завтра, две, на. Бег, две пробежки, блядь, по 10 километров. По полной программе завтра. Море, в море купаться обязательно, в холодном. Бродяга, подвезти. Бродяга, тебя подвезти. Вот, мы всех подвозим тут, это, блядь, лодочное такси, нахуй, бесплатное. Ладно, все, хорош, короче, весла сломались, сейчас на ремонт. Все, начали снимать, все, едем задом, приехали. Так, все. Уникальный прыжок, слушай, если перевернет ее. Да ладно, прыгай. Хороший кадр будет. Как я залазить буду, я не знаю. Ну как-нибудь залезешь. А, ну с Богом. Ну нормально зашел вообще. Давай, продолжай движение. Не сдавайся. Ты можешь. Я сразу такой радостный на твой. Уникальная штурм крепости. Вот это да, вот это у них. Во, давай, Мак. Это Форт Бояр, испытание. Ну давай. Твои подписчики ждут победы, нельзя сдаваться. Еще чуть-чуть, давай. Давай, быстро оттягивай задницу. О! Уникальное достижение, ну все, теперь осталось только прыгнуть. О! Давай! Давай, прыгай в лодку прямо, давай! Ну, давай! Бабах! Отлично! Оценки судьи выставляют, блядь! 5, 6, блядь! Ну что? Вот он и завершается заплыв, погружение, прыжок, приземление. Все четко. Я надеюсь, ты это все снимал. Да, конечно, все вообще снято было. Ну как твои ощущения? Как? Торкнуло? Еще поехали? Хорошо в воде. Растяжку вот делаю, видишь? Да, уже ты начал 2 часа делать шпагат. Вот он, видеоблог, твое первое видео. Ну я залез, там такая цыганская приблуда. Вообще, да, четко залез прям. Все такое цыганское. Не так просто было это сделать. Подписка. Ты там пальцем закрываешь. Ты глянул, что происходит. Ну-ка. Как там подписчики? О, все рады, 3 минуты. Надо... Плывем обратно. Да, плывем обратно, надо лодку. Лодку садим еще раз в баньку. Может, кто-то в баньке подошел. Вот, ну вот есть возможность так отдыхать. В Абхазии, в лагере сыроедов, январь, Черное море. Идем позагорали. Вот вечером купаемся. Ночью планктон, вода светится. Попал там зацепнем. Вот, раскрутил лебедку. Андрюха готов, он вращай. Так, ага, понял, для чего зацепнем. Крути. Наше судно 3017 АБ.
помогу, вы здесь держитесь. А можно я веревку брошу? Ничего страшного. Она по тебе не ударит, если я брошу. Братан, я за это боюсь. Вот я померил, все, не ударит. Все, я ее бросаю. Так, здесь что у нас? Я подтолкну, короче. На самом деле, да, аккуратненько надо. О, идет. Идет, давай. Давай, идет.